Во Всероссийском детском центре «Смена» прошла лекция «Загрязнение Мирового океана и озера Байкал». Провел ее кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Московского государственного университета Михаил Голубов. Это уникальная площадка, которая позволяет круглый год давать информацию для детей самой разной направленности и формировать у них вот такие компетенции, чтобы они могли и в первую очередь ориентировать их на будущую деятельность. Меня как биолога интересует, конечно, экологическая направленность. Экологическое, формирование экологического мировоззрения – это одно из важнейших вещей, чтобы люди могли, взрослее, они могли строить свою жизнь и даже профессиональную деятельность, опираясь, даже если они не участвуют в сохранении окружающей среды, если они не экологи, может быть, они инженеры, но они будут опираться и учитывать потребности окружающей среды для того, чтобы минимизировать вредное влияние на нее. Это крайне важно. Сменовцы узнали об основных угрозах загрязнения Мирового океана. Это сверхэксплуатация человеком водных ресурсов, загрязнение токсичными веществами и обесцвечивание кораллов. Иногда мы находимся в плену каких-то заблуждений. Мы считаем, что вот, допустим, те озера или те реки, которые рядом с нами, они такие же чистые или такие же там благоприятные для жизни животных, как и были 50-100 лет назад. На самом деле за последние 20-30 лет все очень серьезно поменялось. И многие места стали практически непригодными для жизни, в том числе и человека. Но мы, к сожалению, этого не знаем. И это необходимо учитывать, это необходимо изучать. И вырабатывать и законодательные механизмы, и какие-то новые технологии, что для детей, которые здесь присутствуют, они с удовольствием изучают новые технологии, зеленые технологии. Также познакомились с характеристиками и особенностями озера Байкал. Огромное древнее озеро в горах Сибири также страдает от человеческих рук. Загрязнение пластиком, бумагой, токсинами проходит уже на протяжении многих лет. Я узнала много важной информации. Я поняла, что сейчас проблема экологии, бескрайних вообще размеров, вот, надо как-то решать. Лекция очень понравилась, потому что проблема экологии сейчас очень востребованы, и это действительно глобальная проблема для всего человечества. Одна страна не сможет решить такую глобальную проблему. Нам на карте уже показывали то, что это проблема всего мира, и должны заинтересованы быть все. Есть решения, но они достаточно тяжелые, и нужно изобретать что-то новое и более совершенное для борьбы с этой проблемой. А я подошел решить эту проблему, потому что это зависит, решение этой проблемы будет зависеть вообще от продолжительности жизни всех людей на Земле.